Витископ. Было очень обидно, что нам немножко не повезло с сеткой, потому что из всех команд Румыния была самая сильная команда. Там были очень, то есть там были все люди топ-100, которые стояли, там двое топ-50. И было очень обидно, что мы не смогли пройти, и то, что там не повезло играть в полуфинале с ними. Мы боролись, конечно, но все-таки можно сказать, что не повезло нам немного. Там была команда Белоруссии, но там не было Азаренки, то есть там было реально можно было с ними играть. Там были также Голландия была, которая там тоже там самая высокая там была 100 девочка, поэтому были бы у нас больше, конечно же, шансов. И думаю, что мы бы все-таки прошли, потому что мы были очень как бы мотивированы вернуться, поэтому немножко не повезло. Думаю, что в этом году у нас больше шансов есть. И команда у нас такая очень ровная, можно сказать. У нас много сейчас игроков, которые уже стоят там 200, 150, 120 там. То есть думаю, что у нас будут хорошие шансы. Будем смотреть уже там, какой будет состав. Думаю, что это будет уже тренерский состав будет смотреть, кто и как играет, кто в какой форме, какие травмы после Австралии. Думаю, уже там будет более-менее известно, кто там будет, кто будет играть. Думаю, что у нас очень такая хорошая команда, очень дружная. Мы все общаемся даже в течение года, всегда вместе, то есть на турнирах. Поэтому надеюсь, что мы сможем пробиться. Я хочу очень вернуться в мировую группу, потому что там все-таки другие немножко условия, другие команды, там уже сильные все матчи, но надо еще постараться пройти туда. Витископ. Спортивное видео.